У мемориального комплекса летчика-космонавта Андрея Николаева в Шоршилах появился легковой автомобиль Ford Focus. Такой подарок преподнес генеральный директор немецкой компании DAF Руслан Норберт Рихтер в честь 85-летия со дня рождения Андрея Григорьевича. В конце августа Норберт Рихтер посетил мемориальный комплекс первого чувашского космонавта. Вместе со своим другом, заместителем председателя общественной организации «Сыны Отечества» Иваном Николаевым. Тогда же было принято решение о покупке автомобиля. Ведь музей живет экспонатами, а они порой находятся далеко, так что без машины не обойтись. Господин Рихтер выполнил свое обещание. И уже через месяц в астрономическом зале музея космонавтики прошла торжественная церемония вручения ценного подарка. Это необходимо, потому что у нас в планах реконструкции этого музея, расширения и руководству и работникам музея этот транспорт очень необходим. Потому что мы, подрастающее поколение, должны воспитывать вот на таких примерах, как Андрей Григорьевич Николаев. И он много сделал для республики. Его не только у нас в республике знают или в стране России, весь мир хорошо знает. Передал автомобиль музею представитель компании DAF Руслан, директор самарского филиала Максим Гуляев. Он впервые побывал на чувашской земле и был искренне поражен тем, как Чувашия хранит память о великом космонавте. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.